Всем огромный привет, друзья! Сейчас меня мой муж попросил что-нибудь быстренько организовать. Захотел покушать. Ну, а что я могу сделать? Я люблю вот такое вот блюдо, которое я сейчас буду готовить. Макарошки с овощами. И это блюдо меня всегда-всегда выручает и никогда не подводит. Оно очень вкусное. И у меня всегда это есть зимой и летом. И все время это все у нас есть всегда. У меня морковь замороженная. Я для вас конкретно все завешала. 100 грамм, чтобы не было лишних вопросов. Я взяла 200 грамм лука. У меня он обычно тоже есть замороженный. Мне поэтому его, это блюдо очень быстро готовит. 2 зубчика чеснока, тоже по желанию. 250 грамм у меня куриного фарша. В курином фарше у меня здесь уже замешан лучок. Этот фарш у меня остался с обеда, я бургеры готовила. 150 грамм замороженных помидор, 250 грамм вот такой вот спирали. Ну, я эти макарошки покупаю твердых сортов. 450 грамм у меня кабачок и 50 грамм перчик. И также нам нужен будет перец и соль. Но это тоже по вкусу и по желанию. Сейчас нам нужно быстренько-быстренько порезать лучок. И обжарить его я уже налила в сковороду 4 ложки оливкового масла. А вы берите такое, какое вам нравится. Подсолнечное даже будет вкуснее, запашистее и привычнее. К оливковому привыкать еще надо. Чтобы время не терять, сразу же порежем чесночок. Обжариваем лучок, масло разогрелось. Обжаривала лучок примерно 2 минутки. Теперь сюда добавляю чесночок. Какой волшебный аромат, я его обожаю. Так, и сразу сюда же я добавляю свою замерзшую морковь. Прошлогоднюю. Да, это чтобы у меня не пропало, я всегда ее беру, натираю и замораживаю. Всем привет, я не поздоровался. Я тут за кадром. Ты же очень хочешь кушать, поэтому да, я не поздоровался. Стою, молчу, слюнки текут. Быстрее бы. Помидорку. Кстати сказать, я вас не призываю купить овощи и заморозить. Это у меня все замороженное. Вы-то, конечно, положите свежее. Добавляем в сковороду еще и помидорку, отправляем. И тут вообще сейчас будут ароматы по кухне. Сказочные. Волшебные. Да, да уж. Теперь нужно нарезать кабачок. Смотрите, какой молочный кабачочек. Я его порежу очень крупно. Вот такие кубики. Ой, а режется-то как по маслу, представляете? Опускаю я в овощи кабачок. Так, и перчик крошу. Тоже так же на 4 части поделила. Перчик, как я уже и показывал, у нас в огороде сорван. Вообще с прошлого года замерзших полно, замерзших, замороженных. Ну я так для красоты уж, ладно, порежу, думаю. Для них зима еще не кончалась. Кладу тоже в сковороду, перемешиваю и минутки 2-3 потушу. Смотрите, какие я шарики делаю. В произвольной форме из этого фарша, который есть.
все парит. Перемешиваем. И кладем. Кладем фарш. А то я что-то аж забыла, как называется тут. Парами дышу вкусно. 2 минутки у меня это простояло. Теперь вот я насыпаю макарошки эти, спиральку. И мне нужно это залить водой. Так, теперь подсаливаем, по вкусу солим. И перчим по вкусу. И накрываем крышкой и до готовности макарошек. И вот 10 минут и раскладываем по тарелочкам. И прям то, что здесь вот такой вот бульончик, это жижка, мне это нравится. Смотрите, как все вкусненько. Блюдо с пылу с жару, макарошки с овощами. Еще раз. Блюдо с пылу с жару готово. Я смеюсь, у нас тут дубль 2. Начали снимать, у нас хлеб упал с пола. Мне стало смешно, я как давай смеяться. Ну ладно, посмеялась и хватит. Вот если вам понравилось, может, я для кого-то и Америку не открыла, как говорится. Ну, а молодым хозяйкам может это пригодится. Это очень быстро, очень вкусно. И... молодым хозяйкам и их мужьям. И я советую это приготовить и попробовать. И зимой, и летом, и осенью, и весной всегда можно это блюдо приготовить. Всем пока-пока, всем хорошего настроения, всем крепкого здоровья. И не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. До встречи. Всем пока-пока. Ну, а я, как всегда, снимаю пробу. Мало, наверное, положила. О, мне Лариса еще добавила. Да, нормально. Горячая, конечно. Сегодня это лучшее, что со мной было. Всем пока-пока. Ну все, ребята. Тут Лариса говорит, прошло 10 минут, прошло 5 минут. Прошло 5 минут, и тарелка моя пустая. Лариса, правда, еще отковыряет. Но это не потому, что невкусно. Просто я быстрый. И кабачки мне очень понравились с макаронами. Теперь всем пока.